Большие города путешествуют по Казахстану и изучают тонкости туризма. Сегодня в программе Усть-Каменогорск – сокровище нации и рай для романтиков. В этом городе нет креативнее нас. Парк контрастов, деревня дружбы и парк боевой техники. Ну, в радости мальчишкам полазать по этим пушкам, пушки покрутить, по танкам полазить. Чтобы попасть с севера Казахстана на юг, а оттуда на восток, можно использовать разные способы. На автопутешествие у вас уйдет не меньше недели. Время в наш стремительный век – роскошь, поэтому хорошо, что есть самолеты. Всего за 2 часа и из Алматы мы перемещаемся в Усть-Каменогорск. Где туроператоры из западных областей страны? И съемочная команда проекта «Большие города» участвует в информационном туре, организованном Казахтуризмом. Цель – составить оптимальные маршруты по регионам для внутреннего туризма. С корабля на бал, в нашем случае с трапа самолета на официальную встречу с представителями турбизнеса Восточно-Казахстанской области. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости. В рамках инфотура невероятные сокровища продемонстрировали Акмолинская, Туркестанская и Алматинская области. И казалось, нечему уже удивляться. Но, похоже, Восточный Казахстан приготовил нам целую пещеру Аладдина. 3 крупных государственных природных заповедника – Маркокольский, Западно-Алтайский и Алакольский, а также Катон-Карагайский национальный природный парк расположены на территории области. Посмотреть все за раз нам не удастся, территория огромная. А вот послушать лекцию специалистов о туристических маршрутах и запланировать на отпуск активный отдых можно. Таман Западного Алтая. Один из них, последний, это автомобильный. Походный маршрут заповедный, далее это 5 километров высоты линейского хребта. То есть туда-обратно у нас школьники ходят. Школьники ходят не только в горы. В летний сезон в программах детских лагерей обязательный пункт – музей. А чем мы хуже? Ознакомление с городом всегда начинается с историко-краеведческого музея. Здесь вы можете увидеть оригиналы золотых украшений саков. Стоимость билета всего 550 тенге. Музей был открыт в 1915 году. В его фонде более 147 тысяч экспонатов. Зал, где представлены последние археологические находки региона, пожалуй, самый интересный. Берель, Чиликте и Еликесазы. Эти названия на слуху с 2016 года, когда аким области Даниил Ахметов инициировал научно-исследовательские работы под руководством ученого-археолога Зайнолы Самашева. Да вообще из всех, если вот от себя как бы сказать, мне, я вообще Берель больше всего люблю, хотя там не была, но вот история вот эта вот интересна. Во-первых, искусственно созданная линза вечной мерзлоты. Благодаря вечной мерзлоте весь мир может любоваться не только уникальными золотыми изделиями, но примерно представлять, как выглядели наши далекие предки, жившие 2500 лет назад. По сравнению с находками из курганов, город Усть-Каменогорск, можно сказать, еще младенец. Ему всего 299 лет. Первоначально хотели строить крепость возле озера Зайсан, но там места были не приспособлены для постройки. И они поднялись вверх по течению реки Иртыш. И в том месте, где сливаются две реки, чуть позже мы туда поедем, Ульба и Иртыш, было решено заложить крепость Усть-Каменогорскую. Сказано, сделано. Так началась история Усть-Каменогорска. Две реки, которые когда-то дали жизнь городу, сейчас источник развития местного туризма. Зоны отдыха Усть-Каменогорска смогут удивить даже самых искушенных туристов. Поехали! Замечательная коллекция ретро-автомобилей. Я сейчас вам расскажу главный наш туристический продукт. 1,5 гектара земли – территория красоты и уюта. Хотите уникальные снимки для свадебного альбома? Тогда вам на остров посреди Иртыша. У вас есть в городе какой-нибудь дворец бракосочетания, где регистрации браков проводят? Как там?
свадебный туризм. Да, есть и такой. А как иначе сделать свою свадьбу самой романтичной? Такой вид туризма очень популярен в мире. Нас поставили вот там напротив здание за 5 миллионов долларов, чтобы проводить регистрации и банкеты. И все проводят здесь. А мы это сделали, ну вот я на это потратил где-то 500 тысяч тенге. Главное понять, на что есть спрос. И тогда можно строить бизнес буквально на голой земле. 5 лет назад здесь ничего не было, в принципе, вообще ничего не было. Ни этой брусчатки, ни этих деревьев, кроме вот тех деревьев. Здесь была заброшенная территория, где собирали раков. Теперь каждый уголок на этом острове так и просится в объективы фото и видеокамер. В этом городе нет креативнее нас. Много объектов мы посмотрели, во многих городах были. И что радует, руководители этих объектов – это люди, которые, ну, самопожертвованием, можно сказать, занимаются. У них горят глаза, они болеют и за своих сотрудников переживают, и за свой бизнес. Они о развитии своего бизнеса могут говорить, мне кажется, вот днями и ночами, потому что они… У них сделано много. Они буквально некоторые объекты из руин восстанавливали. Радует, что у нас есть такие люди, которые вкладывают душу в туризм. И вот если бы было людей у нас таких побольше, я думаю, что наш родной Казахстан уже бы вышел на лидирующие позиции по развитию туризма. Напротив резиденции остров находится не менее интересное место. Местные жители левобережный комплекс называют этнопарком. Он входит в состав Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. И направляемся дальше в обзорную экскурсию по нашему музею-заповеднику. Подождите! Палпалыч, подожди! История этнопарка начинается с 2002 года. Территория разделена на несколько тематических зон. Хотите увидеть, как жили старообрядцы или зажиточные городские казахи в конце 19 века? Что выращивали в огородах, какими орудиями труда и предметами быта они пользовались? Добро пожаловать! Этнодеревня, это улица. Справа и слева находятся усадьбы тех народов, которые проживают у нас в Восточном Казахстане. Два старинных дома были перевезены сюда из города и заново собраны. 17 усадеб представляют культуру и быт татар, белорусов, украинцев, поляков, чеченцев, армян, азербайджанцев, евреев, корейцев, немцев и уйгуров. Здесь жили старики. А еще в парке стоит настоящая военная техника. Танки, пушки, бронетранспортеры, боевые машины, пехоты и даже ракетные установки. 30 единиц морально устаревшей техники передано музею Министерством обороны. Чтобы вот подрастающее поколение, ну, в радости мальчишкам полазать по этим пушкам, пушки покрутить, по танкам полазить везде. То есть все это абсолютно контактно? Это можно... Конечно, у нас все это в деле работает. Мы не говорим, что нельзя не ходить, это доступно всем. Если хотите просто прогуляться по территории парка, то это бесплатно. А вот за посещение всех объектов приготовьте 700 тенге. Наша программа в каждом новом городе ищет ответы на вопросы, куда сходить, что посмотреть и где остановиться туристу. На первые два мы ответили. Теперь будем искать место для ночлега. Я вас очень прошу, каждый внимание отнестись, потому что у нас очень белый. Да, белый, если белый, на ковры. Этот ресторанный комплекс открылся 4 года назад, а вот отель совсем недавно, весной. Так, давайте следующую категорию номера. Самый маленький номер у нас, стандартный номер. Пойдемте. Всего сколько номеров? Сейчас действующих 8 номеров у нас. Вот это самый маленький по квадратуре. Здесь максимум двухместное размещение, то есть. Сколько стоит? Так, он стоит 32 тысячи на одного человека. Спокойствие, уют и чистота стоят 35 тысяч тенге в сутки. Пожалуй, я здесь останусь. А завтра у нас сложный день. В ожидании туристов до небес тянутся горы и леса, манят своими мохнатыми лапами кедры, зовут бурными струями реки. Но это уже совсем другая история. Увидимся на следующей неделе. Thank you.